Да-да. Ну, конечно, к моей женщине только мы. Майсена, я ж не боюсь этой пандемии. Я ж общаюсь со всеми. Поэтому с подарками ложи туда подарки. Так. Тут и цветы, тут и ели, и тут платье. То, что помните, мы с вами говорили. На 3 июля мы вас приберем, оденемся. Это все вам. Вот. Теперь меня фотографируйте. Сейчас. Нафотографируем. Два слова буквально так, Полина Моисеевна. Вот я вам расскажу стихи, которые от души. А вам не надо, я с вами встречаюсь не первый раз. Это не акция такая. Себя достаточно я знаю, как далеко мне до святой. Но я колени преклоняю перед людской добротой. Стоит колодец деревенский, черпать не вычерпать до дна, как символ доброты вселенной, всегда живая в нем вода. И кто-то близкий, но родной, на доброту добром ответит. Тихонько скажет, я с тобой, ты не одна на белом свете. Вот посмотрите, сколько людей, соседей еще. Соседи плохо, что не слушают. Должны уважать, ценить, беречь, ну и, конечно, помнить. И на вашем поколении, на примерах, брать пример для себя молодых. Потому что у нас, ну, в обществе так сложено. Некоторые люди приезжают от молодец. Ну, какие наши меры. А это надо всегда. И учительницы. Ну, активные. А такие есть другие учительницы. И тихие. Она молодец. Она по жизни такая. Вам на здоровье. Так что все в подарок. Моисеевна, по телефону поговорим больше. Пожелающих фотографироваться много. А жизнь такая. Все, всего хорошего. Пока-пока. Будем целоваться. Нельзя. Не надо. Все, пока-пока. Что? Давай, пошли. Все, вас будут это, вот вам все неприятно. Понимаете, главное, крепитесь, не болейте, Моисеевна. Да. Это самое главное.